С самого утра на улице Молокова в Адлере во дворе 30-го дома кипит работа. Активисты, вооружившись мешками и перчатками, а кто-то и специнструментом, принялись за масштабную уборку. Не просто собирали мусор, но и приводили в порядок клумбы. Это особая гордость многоэтажки. Цветники разбиты у каждого подъезда. Воду с 5-го этажа таскали. Весной начал цвести, до сих пор он был огромный, красивый. На большую уборку активные сочинцы вышли, не дожидаясь объявленного субботника, который намечен на эти выходные. Порядок стараются поддерживать постоянно. У нас праздник будет вот накануне «Формула-1». Тут надо будет какой-то порядок. И вообще мы любим порядок. Весь дом очень любит. Видели, вот там у нас на первом подъезде, как хорошо цветы цветут. И все стараются, видите, здесь, там, там весь подъезд у нас в цветах. Помочь навести порядок в городе должны и предприниматели. Очистить от мусора и облагородить прилегающие к своим объектам территории.